Всем, Джеймс, с вами привет, это сервер Stage Roleplay. В общем, в последней серии у меня была квартира, но она слетела, я так понимаю, за неуплату, потому что я долго не заходил на сервер. Ну что ж, вот мы появились на вокзале, кстати, новый, я не видел ничего такого. Ну давайте выберемся отсюда и пойдем в поисках нового жилья и какой-нибудь работы. Ну, в принципе, сейчас уже времени. Давайте проверим, сколько времени. Начало 12-го, ребят. Мы уже не найдем никакого набора, ничего. В принципе, вокзал сделан отлично. Недавно этот сервер проверял... Была, точнее, ревизия Данила Герреры на этом сервере. И сервер прошел ее и заработал 7 баллов из 10. В принципе, меня это радует, потому что я, пусть не так часто, но все же захожу, играю на этом сервере, он мне нравится. Но меня, в принципе, это порадовало, то, что он прошел ревизию. Вы пытаетесь... Ах, да-да-да, точно. Здесь не заводится сразу мотоцикл, здесь нужно немножко подождать. Так, нам нужно найти где-то банкомат. На вокзал я уже не буду возвращаться. Думаю, может быть, вот здесь, возле Альхамбры, есть банкомат. И посмотрим наш счет. Нет, тут банкомата нету. Ну, давайте отправимся к мэрии. Возле мэрии должен быть банкомат. Ну, просто 100% он там должен быть. Я уже даже не помню, что у меня за машина. И все, я не помню, что у меня за машина. Так, давайте поедем дальше. Я, в принципе, думаю вступить в будущем в мафию. Извиняюсь, не в мафию, в банду. В бандах настолько проделанная ихняя система, настолько прям, ну, вообще сделана мафия классно. Так, видим, что на мэрии тоже я не наблюдаю банкомат. Ага, вот банк у нас есть. Давайте зайдем в банк. Нужно, чтобы скутер наш никто не угнал, потому что это единственный транспорт, на котором мы можем что-то сделать. И вот банк у нас вот такой вот с ботами, которые что-то печатают. Ни хрена себе, вот это вот поворот. Такого я еще не видел, серьезно. Это серьезно. Да уж. В принципе, сделано круто. Ничего не скажу. Введите пароль. Баланс счета. А, так у меня есть деньги, ребят. Что же я парюсь? 70 тысяч. Принять. У нас имеется уже 80... Сколько? Я что-то не понял. У нас скутер поменял свой цвет. У нас есть почти 90 тысяч. Я думаю, этого хватит на жилье. И мы сейчас отправимся в поисках жилья. Так. Я помню, где находятся квартиры. Маппинг тут, в принципе, немножко подобавляли. Так он по душе. Мне нравится. Ничего не могу сказать плохого за маппинг. Ну, в принципе, это классно. Так. Вот. Дальше немножко были квартирки. И мы отправляемся туда, для поиска жилья. Покажу вам квартиру, что в ней можно делать, если найду ее. Так, ну пока на карте, я, на радаре я не вижу свободных квартир. Раньше их было много, сейчас я не знаю, почему-то их... Во-во-во, есть подъезд с пустыми квартирами, что удивительно, кстати. Так, где этот подъезд? Вот он. И я даже, кстати, помню команду, как вызывать машину еще. Так, ну вот такой вот стандартный подъезд. Тут два вида подъездов есть, насколько я помню. Нажимаем H для того, чтобы вызвать лифт. Это, кстати, классная система такая для... Ну, для того, чтобы работал лифт. Так, что у нас есть в инвентаре? Да, вот это вот, кстати, проблемка такая, что когда нажимаешь на инвентарь, то оно немножко подлагивает. Ух ты, добавился звук. Юзаем
Отчетчики у нас есть. Так, квартиры на первом этаже нету. Отправляемся на второй этаж. Давайте, может, проверим лидеров. Может быть, кто-то есть из лидеров в онлайне. Да, есть много лидеров, но все они никого не будут принимать, потому что уже закончился рабочий день, так сказать. И у нас свободная квартира имеется на третьем этаже. Да, она у нас на третьем этаже, чуваки. Так, давай заходим. И вот наша квартира, я не знаю, хватит ли нам денег. 35 тысяч, чтобы войти. Давайте покупаем. Ага, нужно на банковском счету, чтобы были деньги. Я помню, в настройках была такая штука, что оплачивать можно с наличкой. Наличные. Все, мы выбрали способ оплаты наличные. Кстати, это удобная команда такая, если вы забыли где-нибудь деньги, или в банке, или они у вас с собой, вы можете в настройках изменить способ оплаты. Покупаем квартиру, и вот такая вот у нас двух, да, наверное, комнатная? А нет. Или да. Да, двухкомнатная такая просторная квартира. Гардероб, нажмите Эш, обычная одежда, рабочей у нас нету, или даже есть, я не знаю. Так, давайте возьмем вот этот вот скин, он мне по душе. Давайте проверим рабочую, может у нас есть, может я... А нет, у нас нет рабочей одежды, я нигде не работаю. Так, ребята, у нас даже продукты есть. Давайте приготовим что-нибудь поесть, приготовить еду. Давайте, чтобы это было недолго, 5 штук. И вот у нас маркер появился на карте. И мы видим такую вот анимацию, когда человек готовит есть себе. Давайте сделаем скрин. Вот так. Все. Скрин есть, его я поставлю на превьюшку к этому видео. Вот так вот он готовит. У нас это, в принципе, удобно. Не нужно ничего нажимать, никакие клавиши. Он готовит сам. И давайте подождем, пока он закончит приготовку. Давай, чувак, быстрей. Чувак, давай быстрей. Да, я еще, кстати, знаю такую шнягу, что в настройках можно изменить вид от первого лица. Вот так это выглядит. Давайте приготовим еду от первого лица. Это круто, ребят. В принципе, она там... Во, все, я приготовил 5 порций еды, и она у нас автоматически появляется в холодильнике. Давай съесть порцию. Вы переели, вы начинаете толстеть. Давайте отключим режим от первого лица. Так, 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 так. Вот так. Все, мы приготовили еду, и мы ее поели. Для того, чтобы проверить, насколько мы сыты, нажимаем русскую букву Т или же английскую букву Н. Так, мы видим, что мы на 134%, так сказать, наелись, и на 991% выспались. Так, в общем, ну, квартирку я уже показал, все в ней показал. Тут, наверное, давайте посмотрим H-меню или как здесь. Да, сейф, инвентарь, улучшение. Сейф не установлен, сигнализация не установлена. Использовать аптечку. Хорошо, у нас нет аптечки, оплатить налоги. Так, хорошо. Налогов у нас пока что нет. Давайте выйдем на улицу для того, чтобы проверить машину свою. Как она, где она. Так, в общем, спускаемся на лифте на первый этаж. И вызываем... Вызовем, точнее, сейчас свой автомобиль. Вскоре я вступлю в какую-нибудь фракцию на этом сервере, и уже тогда буду полноценно снимать. Хотелось бы, конечно, пойти в полицейский департамент какой-нибудь. Это было бы отлично, просто быть в полицейском департаменте. В принципе, этот сервер не нон-РПшный, на нем отыгрывают РП.
ну, пусть не все, но многие отыгрывают. Команда Slash для того, чтобы вызвать тачку. Вот такая вот у нас машина. Для того, чтобы ее открыть, команда V-Lock. Так. Давай, заводись. В принципе, это хорошо, что у меня машина осталась-то. Я уже думал, что она куда-то пропала, и я уже даже не помню, что у меня эта машина была. Но, в принципе, это хорошо, что она у нас есть. Так, давайте чуть-чуть прикрутим звук. Вот так, будет хорошо. Так, прокатимся по ночному Лос-Сантосу. Посмотрим, что здесь, да как. Так, понятно. Так, может быть, здесь торговый комплекс или что-нибудь в этом роде есть, чтобы купить аптечек в дом. Ну и всего такого. Так, больницу здесь перенесли, да, уже, я так понимаю? Давайте посмотрим. Раньше больница была возле парка BMX. Я не знаю, их сейчас две или просто перенесли сюда. Давайте посмотрим, какой здесь интерьер. А, в принципе, обычный интерьер. Такой же в другой больнице. Давайте посмотрим, что здесь есть. Ага. Вот так. Такие палаты. Медик на биндере сидит. Ну, все такое. Так. В общем, понятно. Давайте, может быть, позвоним какому-нибудь лидеру. Давайте посмотрим, если есть лидер новостей. Да, есть, 151. Давайте попробуем его номер узнать. По number 151. Номер 6-6. Давайте call. Номер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алло. Доброй ночи. Прошу прощения за то, что поздно звоню, но я не просто так вам звоню. Я хотел... А, все понятно. В общем, парню насрать на то, что я играю РП. Он просто сбросил трубку. Может быть, это такой РП. Ну ладно. Не будем обращать на это внимание. Завтра уже постараемся вступить в какую-нибудь фракцию. Так. Ну что ж, ребят, я думаю, на этом можно закончить нашу серию. С вами был Джеймс, сервер Stage Roleplay. Мой ник вы сможете найти в описании. Если вы захотите помочь мне развиться на этом сервере, прошу указывать его при регистрации. Так, ну что ж, всем удачи, всем пока. С вами был Джеймс. Ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Пока.